начинаем нашу вечеринку. Все готовы? Начали! Раз, два, три! Потолок, потолок, двери вход, двери вход. Прямо к полу присядь и ногою то. Потолок, потолок, двери вход, двери вход. Прямо к полу присядь и танцевай. Потолок, потолок, двери вход, двери вход. Прямо к полу присядь, чтобы снова встать. Это место, где мы живем со своими родными и чувствуем себя комфортно, особенно в кровати. Эй, Гилли, куда это вы идете? Мы идем спать, Молли. Мы со щенком Пузыриком очень устали. Вот и она, уютная кроватка. Ну, малыш, пора спать. А, Гилли, это не кровать, это диван. А, он только выглядит как диван. Смотри-ка. Ого, он превратился в кровать. Здорово, да? И, между прочим, очень удобно. Да, малыш? Стой, щенок Пузырик, только не трогай, пожалуйста. Эй, ребята, пора навестить Скипа в его новом доме. Идем в гости! А ты хочешь в гости к Скипу? Отлично! Вперед! Мы все занесли, мадам! Счастливого новоселья! Спасибо! Привет, Скип! Вы закончили переезд? Да, все как раз внесли! Мама, могу я теперь показать всем мою комнату? Конечно, сынок, но имей в виду, скоро спать! Ладно, пошли! Вот она, моя комната! Кое-что тут не на месте. У меня в спальне беспорядок. А уже пора спать. Нужно срочно убрать отсюда все лишнее и расставить по местам. Команда Гуппи, помогайте! Грядет переезд, не грусти, не беда. Команда Гуппи, команда Гуппи. Кто машину найдет и поможет всегда. Команда Гуппи, команда Гуппи. А мы в гостиной, пианино ставим вот здесь. Мы уже в детской, хорошо, что место есть. Перевозим кухню, даже если дом вверх дном. Мы все перенесем, даже с мусорным ведром. Кажется, мы еще не закончили. Смотри! А разве холодильник должен стоять здесь? Скип! Пора ложиться спать! Нужно ускориться! Ты поможешь нам? Холодильник стоит там, где мы готовим и едим пищу. Куда его поставить? В ванную? В кухню? Или в гостиную? Правильно! Думаю, теперь все. Как раз вовремя. Скип, сынок, пора ложиться спать. Ладно. Ну что скажешь, милый? Нравится новая комната? Да! Спасибо всем, кто помог мне с переездом. Да не за что!